Всем привет, с вами я, Руда. Сегодня я делаю розыгрыш на сервере JetMine. Ссылка будет в описании. Делаю розыгрыш на 3 призовых места. Первое призовое место получит один кейс с донатом. То есть из кейса с донатом вы можете выбить Silver до Ender, то есть все донаты. Конечно, там разные шансы, но все же. Кстати, скажу кое-что интересное. Как только я начинаю играть на JetMine, я открыл кейс с донатом. И мне оттуда выпал Diamond с первого раза. И все, я больше кейса не открывал, у меня был Diamond. Потому что я себе купил Эндера. Вот, то есть первое место получает один кейс с донатом. Второе место получает у нас два валютных кейса плюс один кейс с префиксами. Валютные кейсы вы можете открыть только на грифджете. Вроде, я не знаю, что насчет кэндиджета. Зайдите, посмотрите. Вроде там нету валютных кейсов или есть, не знаю точно. Кейс с префиксами вы можете открывать как на квобе, так и на грифджете, так и вроде на кэндиджете. Вот. Я думаю, всем это ясно. И что же у нас получает третье место? Третье место у нас получает три кейса с украшениями, которые вы можете открыть в лобби. И при помощи специальной менюшки вы сможете выбирать разные украшения. И также плюс один кейс с валютой. Так, начало розыгрыша у нас в пятницу 15 числа, то есть 15.06. Давайте сделаем, что ровно через неделю у нас будут итоги. То есть в следующую пятницу у нас будут уже итоги на это. Так, ребята, теперь же я скажу, что вам нужно для участия. Пункты для участия. Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк на это видео. Третье, репостнуть запись ВК, которую я оставлю в описании. Также у нас уже есть наша группа. Зайдите в описании, все узнаете. И четвертое, это оставить ссылку на свою страницу ВК. Оставить ее нужно под этим видео в комментариях, нигде по-другому. И, ребята, как же это будет проверяться? Я при помощи специального вроде сайта буду смотреть комментарии все. Он случайным образом определит один комментарий. Ну, один, потом второй, потом третий комментарий я определю на этом сайте. И начну так. То есть открываю страницу и ищу на стене вашу ссылку на ВК. Ой, и ищу на стене эту запись. То есть не обязательно ее прикреплять, просто можете репостнуть. Нахожу эту запись, все хорошо. Потом захожу на вас, на ваш канал, проверяю, подписаны ли вы на меня там при помощи всяких манипуляций. Вот. И после чего пишу вам в ВК. Главное, чтобы личка была открыта. Так, ну и после чего я уже... Вы говорите мне свой ник на сервере, и я вам закупаю все то, что вы выиграли, на каком месте вы там, первом, третьем, вот. Все, ребята, я думаю, на этом, впрочем-то, можно закончить. Участвуйте в конкурсе. Также все условия будут в описании, все ссылки на которые нужно перейти, там, перепостнуть, там, вот это все будет тоже в описании. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на это видео, репостите запись, которая будет в описании, и пишите свою, и оставляйте свою ссылку на страницу ВКонтакте в комментарии под это видео. Все, ребята, я думаю, мы скоро увидимся уже через день, то есть, получается, сейчас 15-е, увидимся обязательно 17 числа. Я выпускаю видео через день. Все, ребята, всем спасибо за внимание. С вами был я, Руда. Все, давайте, всем пока.